Судили вновь без главного истца. Игорь Салдан, не так давно руководивший медуниверситетом, активно борется за восстановление своих прав. Мы полагаем, что с должности завкафедры приказа Министерства здравоохранения Салдан уволен не был. Естественно, был уволен. Вместе с тем, из представленных документов следует, что на эту должность назначен иной человек. В связи с чем мы полагаем, что Салдан Игорь Петрович уволен с должности завкафедры решением непосредственно университета. Эти слова адвоката Салдана о второй, кроме ректорской должности Игоря Петровича, он был заведующим кафедрой гигиены. Имел ли право вуз освободить Салдана и от этой должности после того, как Минздрав России не продлил с ним контракт ректора, уже спорный вопрос. На прошлом заседании выяснилось, Игорь Петрович на больничном. Взял он его якобы незадолго до печальных для себя новостей. Должность на кафедре он занимал 20 лет и терять ее не намерен, зато согласен отказаться от должности завотдела по взаимодействию с практическим здравоохранением. Это рассмотрят вместе с другим иском. Салдан требует признать незаконность его освобождения с поста ректора. Учитывая, что в делах участвуют одни и те же стороны должности, в которых просит постановить истец, он занимал на основании одного трудового договора и дополнительного соглашения к нему, для более правильного и своевременного рассмотрения разрешения дел суд полагает необходимым объединить дела в одно производство. В следующем заседании вновь вызовут свидетеля, начальника отдела кадров АГМУ. Также суд собирается прояснить позицию Минздрава. Ни одна из сторон пока не дает развернутых комментариев на этот счет, кроме предположения, что теперь суд затянется надолго. Следующее заседание назначено на 28 февраля. Полина Жданова, Алексей Фризин, День с толком.